Наше ЖКО, ты звони, не звони, будет как всегда. Ведь мы для них просто ерунда. Краска стен подъездных отвалилась, я уже давно. Крыша будет протекать, и на это все равно. Заявление напишем дружно всем подъездам, мы отнесем ЖКО, посмеются они. А вот квитанция родная нам решать. Нам денежку нужно платить. Зарплату честным кадрам нашего ЖКХ. Бюджет семейный нам нужно бить. И каждый год тариф нам будут повышать за качество услуг ЖКО. И только русским в сберкассу остается стоять. И мы не сможем сделать ничего. Холодрыга, с отоплением проблемы. Ремонтом дома заниматься — это вообще без темы. Сколько ж нерв с ЖКО тратит русский народ. В странах Европы все наоборот. Такая вот проблема в нашей стране. Работники ЖКО утонули в броне. Так выпьем за отличную работу ЖКО. Нам вся жизнь прекрасна будет, хоть и будет нелегко. А вот квитанция родная нам пришла. Теперь нам денежку нужно платить. Зарплату честным кадрам нашего ЖКХ. Бюджет семейный нам нужно вбить. И каждый год тариф нам будут повышать за качество услуг ЖКО. И только русским сберкассу остается стоять, и мы не сможем сделать ничего. Хой!